Привет, это Дима Лысенко. И если я стою на Москве, между парком Шевченко и Мансурским островом, где группа так называемых скайлайнеров практикуется в серьезных упражнениях. Этот скайлайн очень рискованное предприятие. И по моим видео вы можете убедиться, что оно так и есть. Ходит на канате, что тренируется. Герой. That's how you get your kids off school. Yeah. Герой. I'm a hero. Вода еще чистая такая, понимаешь, зелени нет. Видите человека, который в черной футболке? Да. Вот. Смотри, он тоже идет. Да. О, на одной ноге. Это не циркачи, что ли. Ого! Смотрите. Скажите, пожалуйста, что вы представляете? Этот вид спорта называется slackline. Данный вид – это highline, то есть он на высоте, просто ходится на высоте. Здесь натянута стропа, это не канат, он плоский. Ширина его 2,5 сантиметра. Вот, все системы дублированы, человек ходит со стропой. А высота какая? Высота этого моста около 10 метров, он с перепадами, грубо говоря... Ну вот это 10 метров, да? Ну да. А вот это человек, который в черной футболке? Ну, минус 1.5-2 метра. Минус, то есть 8 метров? Ну, 8 метров где-то так, да. Понятно. Ну, тут перепады, с этой стороны... тоже кидать. С этой стороны выше немного, а с той стороны немножко ниже. А риск, который подвергаются вот эти спортсмены? Риск, да, невероятный настолько, что в мире не было еще ни одного инцидента с данным видом спорта, чтобы человек погиб. Понятно. Как бы это, естественно, сопряжено с опасностью, но вся опасность заключается лишь в человеческом факторе. Забыл завязать там. Все снаряжение сертифицировано и подвигается, ну, такой... И как уж... И вот уже сколько месяцев вы работаете тут? Мы не работаем, мы этим занимаемся. Это наше хобби. Мы приглашаем абсолютно любых людей, которых заинтересует этот вид спорта. Все бесплатно, как бы мы на общих началах, на собственном снаряжении. А сколько вы вообще собрали по благотворительности? Сколько собрали по благотворительности? Да. Я не знаю, но как бы она завязана, пока мы еще не учились. Понятно. То есть вы сегодня уже работаете? Ну, мы на самом деле просто... Мы не работаем. Это просто тренировка. На самом деле, вчера проходил фестиваль в парке молодежный, а это продолжение фестиваля тем, кому интересно данный вид слэклайна, как хайлайн, вот, и мы продолжаем тренировки здесь. Вот пока я общаюсь с этим молодым человеком, как еще раз? Слэклайн. Или меня? Да, да. И Дима. Мне тоже, Дима, очень приятно. Вот пока мы общались с Димой, вот уж второй заход пошел у этого альпиниста, и он готов нам показать. Да. И он готов показать свой мастер-класс. Так. Надо себе представить себе, чтобы на высоте 10 метров... О-о-о-о-о! Да, спасибо. О-о-о! Вы видели? Вообще-то не было. Невероятно. Невероятно. А чего я ошиблась?
Тут два скайлайнера. Они тут такие трюки вытворяют, что вы представить себе не можете. О! Дубль два. Пошел. Неплохо. Представьтесь, пожалуйста. Очень приятно, Дима. Скажите, как вы думаете об этом мероприятии? Молодец, мальчишка. Молодец? Молодец, да. Вы уже... Получается. Вы уже пожертвовали на вот это развитие скалана? Нет, еще. Ну, вы только подошли. Только подошли? И долго стоите? Там, ну, еще минуты, я думаю, минуты. А, понятно. Спасибо. И снова риск. Ну давай, давай, падай. Иди в спорткомитет, прости. Вау. Скажите, пожалуйста, как вы думаете об этом скалане? Об этом мероприятии? Нравится? И как вы считаете, Вот снова практика. Но, давай. Там девушка, любимая девушка скайлайнера. Как она переживает, знаете ли? Очень переживает. Внизу у нас парусники, а тут снова скайлайнеры. Но... Извини за качество. Сейчас. О, так вот.
Извините за комментарий. Жарко. Еще жарче, когда они ходят от 2 при 5 раз. Да? Да. А за 9 раз не добавили? Да, это первый. Был еще спортсмен, он третий прошел по этому же каналу. А что он так на специально, так он улащил? Да? Интересно, как бы он шагал через Ниагарский водопад? Держите спортсмена, ему очень тяжело. Да ему очень легко, ты вообще не слышу. Блин, музыку слухает. Видно свои волны, волаки. Береги наушники. Так, береги, давись на намочи, потом буду пробовать. И вот он почти доходит. Давай, привет, машина идет. Молодец. Дождались. О, лунная походка называется. Ой, вспотел даже.
здоровы. И они настолько сильны, что... Я не могу быть таким, каким они. Не могу. Но не завидовать им я не собираюсь. Был бы, катался я бы на скейтборде, то сразу бы всех опередил. Ну а так, приходится стоять в сухом и безопасном месте. Это был Дима Лысенко. Ждите новые новости из Петровска. Всем пока.